футболом мы занимаемся вот, около 3 месяца, вот, уже начали заниматься, так сказать, нашли помещение, чтобы заниматься, вот, набрали упражнения для занятий, там, для тренировки, допустим, ведения, для тренировки передачи, для тренировки вот, дриблинга. Нарабатываем технику тренировки. А у вас тренер есть? Конечно. Тренера нет у нас пока что. Мы как раз ищем, чтобы у нас ну, вот конкретно была команда, конкретно был тренер личный, чтобы было все как надо, чтобы была полноценная команда.